Всем привет, дорогие зрители и подписчики нашего канала, с вами снова Артур. Привет всем. И Джек Шепард. Мы продолжаем проходить Halo ODST. Да, с нами Вирджил, и мы выбираемся из города Вирджил. Это просто ходячий биосуперкомпьютер, который впитал в себя данные с суперинтенданта, компьютера, который присматривал за городом. То есть все данные, зачем тут ковенанты, что происходит, система наблюдения, все полностью. И нам очень важно вывести его из города. А ковенантам, соответственно, очень важно убить нас и распотрошить наши тела. Все как вместе всегда. С данными. Да. Угу. Так, а там полно весь врагов. Я против. Думаю, выбраться из этого города будет достаточно весело. Хорошо, он говорит, обходи. Ну, я пойду, думаю, вправо, раз все пошли влево. Ох, сколько их там, японам. Не говори. Но мы так неплохо разделились. Пойду убью кого-нибудь. По левой стороне. Да, только у меня патроны кончаются. Человек, я просправился. Да я и не волнуюсь. Так, минус. Пак выручай. Блин, эта турель меня просто убивает. Надо ее обойти реально. Да сколько тебя можно бить-то, а? Ну как-то. Скотина, живой еще. Ох, мне не очень хорошо. Так, одного стрелка на крыше убил. Второй что-то не хочет умираться, он убегает в цель. Отдохни. Леша, ты можешь его снять? А нет, ты его оттуда явно не можешь снять. Снимаю. Все, сдох наконец. И гранату туда кидал. Нормально, там еще бруты, у меня нет оружия. Практически. Поэтому я поднимаюсь наверх и снимаю одну из турели. Ну что, врываемся? Я обхожу справа. Окей, я слева. Здравствуйте! Здравствуйте! ОДСТ в вашем доме. Всего хорошего, до свидания. Приятно было познакомиться. Ой. Так, сверху. Блин, кто туда еще пришел? Офигеть! Только что там были, а теперь враги обошли и залезли. Посмотри, да? Умные твари. Ты где поблизости видишь аптечки? Да вроде бы не замечал. У меня потому что все очень плохо. А вот тут, наверное, находится. Вот в этой кабинке. Или нет, тут нету. Ладно, там дальше найдем, надеюсь. Враги хитрожопые до ужаса. Обходят постоянно. И это очень классно. Нам надо поднажать. Она говорит, мы не можем. Он хочет. Говорит, хочешь, я тебя маленько подтолкну? Как ты, говорит, думаешь? Кто это этот? Что про него говорить? Самый крутой актер в мире. Просто хотел помочь такой. Ага. Ладно, а мы с тобой такие, как эти. Зя просто такие. Разбись нас. ODST. Здесь должен быть лифт. Хорошо. Аптечек здесь нет. Так, нужно, короче, чтобы Вирджилий... Ну, Вирджил, короче, Вергилий запитал это место, этот лифт. Mm-hmm. Давай мы поедем. А я пока подержу вход. Он еще, напомню, подпитывает наши щиты, если кто забыл. Ну да, только пока мы рядом. Ну да, но неплохо поддерживает. Хорошо, поехали. Рекламная пауза. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, есть мнение, что это будет не очень просто. Когда это произошло, они стали появляться сразу после того, как я в подземку спустился. Когда ты мне собирался об этом сказать? Ой, извини, я был немного занят. Короче, наш благоухающий парень, чтобы выбрался наружу, старался. Oh, so full of big only secrets, couldn't even give a guy a yes or no answer. That's not fair. Oh, you got that right. В своей работе в Оне секретах, что не можешь мне ответить да или нет. Yeah? Well, я, говорит, даже не знала, увижу я тебя или нет еще. Так вот он я. We need to move. Нужно двигаться. Were you too busy теперь. To plan our exit? I stole a phantom, yes, thank you. I hid it in the shipyards down the highway. Ты, говорит, заботился о плане побега? But да, я украл фантом, спасибо. So, that thing's gonna have to sit on your lap. Там место только для двоих. Where did it go? Куда инженер делся?
кажется, у нас есть транспорт. Я думаю, мы поедем на вепре и будем их прикрывать. Take my advice, rookie. Возьми его. Если влюбишься в женщину, салага, убедись, что у нее есть яйца. Па-па-па-па-па. Так, окей. Take the wheel, rookie. All right, shotgun. Ты, может, сгонишь Бака? Я запрыгнул на тролли другого транспорта. Подожди. А если мы сядем туда, ты на стрельбу, а он пересядет. Ты думаешь, он сядет как пилот? Я думаю, сядет, он же выбегал. Нет. Быстрее, они уезжают уже. Так, ну. Ладно, короче, поехали. Сейчас наших убьют, это к чертовой матери. Ага. Вот это красота. Ой, ой. Извините. Неудачный дубль, ничего не было. Простите, извините, простите, хорошо. Садись быстрее, там наших лупят просто. Мы и так задержались. Но это не наша вина. Конечно, нет. Ты посмотри, сколько их. Давай, Джек Шепард, чисти их. Ну, их Бак чистит в основном, да, я смотрю. Неплохо справляется пацан. Ага. У нас что-то попало. Ой-ой-ой. В него. Бак. В машину. В машину. Валим, валим. Спереди тоже враги. Заметил. Стреляю. Господи. Это постоянно все взрывается, я не вижу, куда ехать. Едь прямо. Ох, меня взорвали. Это что было вообще? Садись, 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 я в транспорте. Джип живой вообще, нет? Живой, да. Смотри. Бака оставили сзади. Сейчас, сейчас, сейчас. А, там камикадзе. Я вообще не понимаю, что происходит. Подожди, давай пересядем на новый, потому что этот вообще какой-то... А, нет, на этом турели нет. Нет, нет, нет. Ты позади меня оставил. Давай, давай, давай. Садись, Джек Шепард. Все, все, все. Бакс, теперь гоним, ты гоним, садись. Скотина. Офигеть, там из чего лупит? А, господи. Ой-ой-ой. Это было опасно. Там банши летают. Просто пипец. Капец, у него сносит все, смотри. О, крейсер садится. На нас нет? Не-не-не. О, хорошо. Такая дура, если на нас, то это все, без шансов. Вергилий, веди ровней. Оп, пардон. Ну ладно, зато живы. А где я? Кто я? Все, я сел. Да, с прыжками у меня не лучшим образом пока, поэтому буду объезжать всякие кочки. Фу, сзади банши, они вроде отстали от нас. Ага. Ох, япона, мать. Твою мать. Да их просто десятки. Ладно, хоть не сотни. Так, разворачивайся. Погоди, сейчас будет сотни. Просто уходим от них, уезжаем. Они останутся за шлюзом. Долбаные фантомы. Сможешь по левой полосе прогнать? Я подумал, здесь скорпион стоит. Скорпион бы нам явно не помешал. А ты посмотри, сколько их тут едет. Офигеть, что-то еще прилетело. Так, там куча врагов. У меня геймпад так вибрирует, что сейчас выбрал. Да, у меня пушка стоит с ума. Пересядем на новый джип. Давай. Внутри. Все, сейчас я убил его.
Этот джип хоть маленько поновее. Бак. Бак. Молодца, Бак. Там аптечки тебе не надо? Мне норм. Ох, там скопы. Ну, не так, чтобы совсем, но... Может, вернешься, пока не поздно? Где не слева, справа? Слева, вот прям тут стоят. Вон, сбегай в будку. Ага. Выйду, выйду, выйду. Давай, давай. Все. Го-го-го. Охренеть. У меня просто нет слов. Офигенно. Это давай. Сюда шикарно. Да, к черту ты матерь. Не на того напал. Еще давай, один. Там еще есть. Вон они, на середине. Только что и щиты не выдержат еще такого огня. Да, сейчас, сейчас мы едем, едем. Отвлекаем огонь на себя. Щиты держатся ненадолго. Спасибо, Гринсалага, за помощь. Зомби команда. Да, получи. Давай, жарь его к чертовой матери. Шустрый, ребят. Все, сюда. Упало. Фу. Ох. О, смотри. А это не... О, быстро пересаживайся. Это охрененно. У меня будет ракета? Это гаусс-пушка. Аптечка нужна тебе? Мне нет. Гаусс-пушка, ну-ка, как она стреляет. Она хорошо стреляет. Отлично. Бак. Бак. Ой. Транспорт не работает. Подкрепление у них. Ему не нравится то, что ты делаешь. О! Но он летит. Сколько всякого дерьма летает, это же пипец. Снизу, Джек Шепард. Вижу, вижу, вот вижу, вижу. На хвост ему сядь. Скотина. О! Там еще один блоб. На автобус причем. Го-го-го-го. А, тихо, тихо. Не слишком много. Но я справлюсь. У меня здоровья мало, очень. Уезжай. Это был. Это была моя ошибка, но. Вы хотя бы его замесили. Все за трейли. Бак. Бак, мать твою, меня убили. Решай, нас могут убить. Убил их. Нет, ты если отбежишь вперед или уедешь. Пересаживайся за руль. А нет, все нормально. Все, валим. Там скоробей был, что ли? Твою матери оттуда. Нет. Ничего не видел. Скоробей не хватало. Слишком жарко. Слишком тут танк. Танк. Охренеть. Едь, пожалуйста. Давай, держим. Она видит скорпиона впереди. Нам пипец. Нет, она видит скорпиона. Нет, нам не пипец. Лезь в скорпион. Я мертв. Скорпион, это хорошо, Джек Шепард. Ну да, но только я мертв. Сейчас все будет. Я появился. Как сесть-то в него? Ты можешь сесть на эти, на гусеницы к нему. Бак за турели сел. Все, ладно, топим. К чертовой матери. Мне очень больно, я мертв. Сейчас, сейчас, Джек Шепард. Мы сейчас можем вообще потерять грузовик, потому что слишком много дерьма летит в нашу сторону. Сейчас я заеду сюда, и ты появишься. Ага. Ты появился? Да, я сзади. Давай быстрее. Ты можешь на банше, можешь сесть, который сзади? Или это вражеский банше сюда залетел? Я не сяду. Давай, Джек Шепард. Чел присел.
Ага. Быстрее. Нашим плохо. Го-го-го-го. Ты в очень уязвимом позиции. Я знаю. Я мог бы сесть за турель, но тогда Бак меня не поймет. Нужно отобрать у них какой-нибудь банши, я не знаю. Вот эта вот турель была бы не... Отлично. На спине опять висят. Я вообще ни в кого не попадаю. Дик Шепард, все очень плохо. Погоди, я могу перевернуть, по-моему, нет? Можешь поехать на нем. Если тебе это что-то даст. Все, го-го-го. Сейчас я уроню эту хрень. Я сел как. Окей. Ой-ой-ой. Посмотри, говорит, на размер этой штуки. Это главный крейсер ковенантов там. Ну там, видишь, в облаках. Не хотел бы этого смотреть. А меня наседают из-за того, что я медленный. Но я его взорвал, хренам. Я сделаю кое-что веселое. Что, например? Но никого нет. Я просто пересел за турель. Фух. И чё так поездочка? Что-то мне не нравятся эти звуки. Ой, турель. Он заряжает свой луч раскопок. Что-то в этом духе. Ой, насколько я медленнее тебе. Сейчас он влупит, похоже, своего главного калибра. И будет то самое остекленненькое. Земля в стекло превратится от большого нагрева. Помогаю. Мимо будешь проезжать, я подсяду. Давай. Блин, губит сзади. Вижу. Кто там? Где? Вон он вдалеке, гад. Да ты посмотри на него. Все, до свидания, мать твою, за ногу. Всем поехали. Топим Джек Шепард, к нам уже едут. До свидания, под гусеницами. Напишите потом, как там. Аптечка нужна? У меня мало здоровья, да. Спрыгну быстро. Давай. Сейчас, я тоже. Хочешь поводить? Окей. А я смогу стрелять им или... Да, и стрелять, и ехать. О, ты посмотри, что спереди. Ой, они стреляют. Видишь этот луч? Ага. Все очень плохо. Но развитие этого вы увидите в Halo 3. Которое... После первых двух. Ты крик был с тебя. Это сильно пропало. Что у тебя со здоровьем? Не, нормально. Мы горим. Небеса, говорит, просто заполнены ими, Микки говорит. У нас, говорит, нет выбора, мы по-любому должны выбраться. Поэтому мы сейчас улетим на этом корабле. Береги корабль. О, так прикольно сидеть, бабахай справа. Слева, посмотри, что лезет. А? Ты это видишь? Ох, нифига. Джек Шепард, Джек Шепард, беги, едь вперед. Я не знаю. Я стреляю. Ну, от моих выстрелов, я думаю, толку особого не будет. Стреляй как можешь. Все в порядке, говорит. С Вергилием все в порядке. Твою-то мать. Все, топим. Что, в туннеле или как? В туннеле, по-другому, походу, не выживем. Ох, мы зон.
Подожди, надо их подождать. Давай выйдем. Здесь закрыто или мне кажется? Ну, походу... Подожди. По-моему, зря я решил за разворачиваться. Не-не-не, все нормально, мы сейчас в бок туда пойдем. Вон где баг. Развернись, давай. Погоди, я разворачиваюсь вообще, нет? Да-да-да. Веди меня. А, мы вперед не пройдем. Только пешком. Погнали. Хорошо. Ну, то, что было, было круто. Да, это было даже по-больному маленько. Как коркая сеть машина. Баку нужна твоя помощь, чтобы защитить пешку высадки. Иди. Так, сейчас, похоже, зачистим и будем отбивать, пока на нас будут пилить толпу врагов. Пока не прилетит наш... наш корабль. Вероника говорит, иди к нам, мы тебя прикроем. Набираю пушки, тут ракетница есть, допустим. Ну, ракетница, я не знаю, против кого. Ну, я взял дробовик. Давай, я, конечно, поднажмем, они уже двигаются к нам. Короче, каждый сам за себя, но при этом поддерживаем в случае чего. Может быть тяжело, это герои все-таки. Фух, выдохнули. Самый серьезный бой в игре, походу. Я как перышко. Летят. Сейчас мы их встретим. Как бы там ни было, для меня была честь драться с тобой. Для меня тоже, Джек Шепард. Ты теперь замолчи, погнали. Давай жить дальше. Ваша мать! На, получи, скотина. О, DST! О, меня убили. За свободу! Живи, Джек Шепард, просто живи. На тебя набегают. О, спасибо. Вывелся? Ага. Хорошо. Вот и ты, да, гад? На, получи. На, получи. Ух ты, ё. Чё, умер? Да. Сейчас. Просто с выстрела. Я отхожу. Ох, они там лупят с чего-то очень крупного калибра. Вирджил, держись, Вирджил. Как ты появился? Там? Появился? Здравствуйте. До свидания. Вы смогли? Нет, это еще... Это еще не конец. Так, хорошо, там летит еще что-то нехорошее. More phantoms! Look sharp! Так, приступаем. Там снайпера есть. Нужно убивать в первую очередь. Ну или как ты, тоже неплохой вариант. Ага. Ну, долг не ты уже, да? Я тут одного врага выпустил пару очередей. Так, не меня знаю, снайпер убил, но двоих я положил. Я тоже мертв, если что. Ладно, все нормально. Баг, спокойно, он мертв. У тебя гранаты есть, можно встать удачно и закинуть ему это. Есть. Сейчас постараемся это сделать. Сейчас, правда, пушка меня лупить будет. Ну, да. Готов? Сейчас. Не, готов-то я готов. Только усажи теперь на другом месте. А, хорошо. Ну, по крайней мере, парочку убил, но хотелось бы больше, конечно. Пискучкуются больше.
монитор. С не особо ожидаемой позиции на лавире. Так. Вымать. Ты откуда тут взялся, снайпер? Ох, там бегут хантеры. Уезжают собаки. Хантеры бегут, Джек Шепард. Ага. Да блин. Так, они меня заметили. Ребятки. Обойти бы их. Есть у тебя какой-нибудь там? У меня ничего нет. Коридорчик. Бронепойного. Одного убил. Хорош, ой, хорош. Бля, перегрев. Готов. Шикарно, я у них пушку забрал. Фух, так, ладно. Мне здоровья вообще мало. Где-то здесь должны быть аптечки. Еще летят. Один всего. Сколько ж вас будет? Один не так страшно. Там еще кто-то слева. Там танки едут, Джек Шепард. Твою мать. Так, я взял аптечку. Все, я живу. Так, блин, а где... Прыгуны хреновы. Ладно. Слева трое. Иду встречать по правому крылу. Лепилки кругом. Ничего не вижу. Вот оно, главное мясо, Джек Шепард. Охренеть. Вот теперь за родину, за Сталина. Давай, держись. Стреляй в этих безумных придурков. Все, меня убили. Отхожу. Не успею отойти, походу. Появился. Там с молотком один товарищ. Он спрятался. Блин, меня убили. Аккуратно, Джек Шепард. Ага, я тут же мясо выбежал. Мы выживем, давай, мы выживем. Давай, давай, давай. За тобой такой шлейф из пуль. Ну, зигл. Чем они там стреляют. Ага. Короче, воюй тут с ними, я пошел на врайфа. Да блин, вовремя патроны кончаются. Держитесь там. Сейчас танка не станет. Ой, там два. Давай. Танка, прикинь. Тогда я что-то сомневаюсь. Они вне досягаемости, их никак не убить, танки. Еще минус один. По центральному входу. Ой, тут двое пришли. На себя отвлекаем. Свидание, мать твою. Ах, меня убил с молотком сзади. Аккуратно, он подходит. Отступаю. Появляйся. Он там, аккуратно. Я валю его. Убил. Убил. Забираю топор. Летят наши. Мы продержались, походу. Все, молот. Вроде спокойно. Надеюсь. Давай, Гай, поджигай к чертовой матери. Держи ее ровно. Мы смогли. Ну, в игре ты команда. По крайней мере, они, говорит, слушают. Давай выбираться из этой ситуации. Пойдем, салага. Давай к фантому. Че ты сидишь? Пойдем. Бак сидит, я сижу. Бак, пойдем с нами. Ну, и он мне еще говорит, что ты, говорит, ждешь. Ага. Это было не очень просто. Но это было круто. Спокойно. Мы были там, и вот мы здесь. Да. That thing's safe? Безопасно? Ну, она говорит, нас не бьет. Ой.
Валим, 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 валим. Такие посмотрели друг на друга. Да пойдем, двигайся. Черт побери. А, безумие. Давай, давай. Боится. А потом, что мы их походу ковенанту заберем. Ну. Что я могу сказать? Офигеть, какая ночь была. Мы бы их победили, да? Конечно. Мы бы просто взяли по молоту и сломали бы этот корабль. Да, если бы мы там остались. Ага. Но в Риче будем... там просто портал внутри этого корабля устраивали и рвали его пополам. Это было героично. Хорошая игра Рич. Ну, это тоже была просто великолепно. А, ну и судя по всему, она закончена. Подожди, нет, еще нет. Давай посмотрим. Что? Easy does it. Что-то Ромео совсем плохо похоже. Мы ради этого через ад прошли. Дай ему немного медицины. Это важно. Оно знает кое-что. Командир, я говорил не о чужом. Микки, я шлю тебе очень особенного сопилота. Да ладно. Не хочу одну из этих штук здесь. Он не укусит. Ну и кроме того, он знает, как эти крейсеры снять с нашего хвоста. Да, они слишком заняты, чтобы за нами гнаться. Похоже, они нашли, что искали. А что насчет тебя? Насчет от нас? Выиграем эту войну? Тогда спроси меня снова. Ну, от города мало что осталось. Застеклили полностью весь. Там даже вон море пересохло. Или не пересохло, блестит. Ну, короче, ты видишь огромный excavation сайт. Там просто такой огромный круг. И это... это то, о чем Halo 3. Охренеть. Они, прикинь, они прилетели на Землю небольшим флотом, потому что не ожидали, что здесь живут люди. Они были больше удивлены, чем земляне. Эта война поэтому так без особого там мяса. Их не так много. Ага. Они по своим делам прилетели. Так я тут люди живут уже, не знаю, там несколько десятилетий. Ой, ну, 10 десятков тысяч лет. Ну, в общем, вот такая вот игра. Блин, как тебе Halo? Это не самая лучшая часть серии, но довольно-таки крутая. Мне понравилось. В основном за счет актеров, которые участвовали в этой игре. Ну и само по себе. Ну и сюжет, да, геймплей. Все, все классно. Не, геймплей этот чем приколен, он баланс вообще идеально. С любой пушкой можно выруливать, даже с пистолетом. И искусственный интеллект крутой. Ну и локации такие тоже ничего, хорошо продуманные. Угу. Сюжет, здесь по сути сюжета нет в Halo 10. Здесь как бы вот это вот как... как Call of Duty, то есть набор пара событий. Миссий военных, да. Да, основной сюжет в трилогии, в Ричи тоже, по сути, сюжета особого нет. Там то же самое, такие военные сводки. Основные сюжеты, короче, в трилогии. А, могу сказать, что это хорошая игра, как и все игры серии, которые сделаны Bungie. А, не могу сказать этого о четвертой части, но, в принципе, четвертая часть тоже неплоха. А, так что, как и обещали, увидимся в Halo 1, как только, так сразу. И на этом все. Неплохое да. Кооперативное прохождение. Одно из тех прохождений, от которых я получил реально большой кайф. То же самое. В общем, так увидимся. С вами были Джек Шепард и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.